Так, всем привет-приветик. Записываю видео про иммунитет. Что взять из компании Siberian Wellness, сибирское здоровье для иммунитета. Во-первых, это наш самый лучший, самый классный иммунобокс. Здесь 30 пакетиков с тремя капсулами для повышения и улучшения иммунитета, для укрепления иммунитета. Смотрите, первый комплекс – это аскорбиновая кислота, экстракт эхиноцеи и цитрат цинка, потому что цинк тоже берут вот отдельно из серии органические минералы для укрепления иммунитета. Вот рекомендую также и цинк брать. Дальше в иммунобоксе второй комплекс – это женьшень, это подорожник, третий комплекс – это шалфей, ромашка, чабрец. В общем, очень-очень хороший бокс. Там 30 пакетиков можно брать с собой, сумочку в дорогу, очень-очень удобно. Первое, значит, иммунобокс. Дальше, сказала, это органический цинк. Следующее, очень-очень-очень нравится, берут адаптовид. Вот адаптовид, у меня сейчас Марина Киселева его пьет, капает, ребеночку взяла семерку, а себе взяла адаптовид, это из серии пампчиков, очень классное средство, тоже повышает иммунитет, благоприятно влияет на организм. Дальше, что хотела рассказать для иммунитета, это, конечно же, наши новамины формула 3, улучшенный состав, но это вообще зарекомендовавший себя БАД уже многие, на долгие года. В общем, в новамине, посмотрите, 120 капсул, и вот этой баночки всего лишь за 650 рублей хватает на год. То есть вы выпиваете курсом месяц, делаете 2 месяца перерыв. Месяц пьете, 2 месяца перерыв. В итоге вот такой баночки хватает на год одному человеку. Дальше можно взять просто комплексы для здоровья, комплексы витаминов. Это ритмы здоровья, они подразделены на утро и вечер. Дальше можно взять набор Full Wellness за 1050 рублей. Здесь сюда в состав входят вот эти вот две баночки. Это 60 таблеток мегавитамина, 13 витаминов, 8 минералов и омега-3 90 капсул. Очень и очень крутой комплекс. Когда у нас и витамины, и макро-микроэлементы в норме в организме, то и иммунитет наш на подъеме. И, конечно же, наш универсальный иммунобустер Core Energy на основе экстракта пихты. Вот я про него вчера в прямом эфире рассказывала. Стоит всего лишь 500 рублей, капается в капельках. Можно под язычок с утра или на стакан воды несколько капель разводите и выпиваете. Тоже очень-очень хорошо укрепляет иммунитет. Вот у меня уже муж пьет месяц. Как вышел на работу после коронавируса, после изоляции, я сразу вот этот иммунобустер купила. И вот он стоит всего лишь 500 рублей. От души рекомендую. И, конечно же, витамины для детишек Топи Вишка на основе топинамбура.